Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32. Та приєднуйтесь до нас на сайті OFR.FM.
истории, возникновения проекта. В принципе, если вам интересно, нам нужно пообщаться как бы после концерта. Вот. Но мне довелось много путешествовать, и я думаю, что вам тоже многим. И вы знаете, что летом можно попасть куда-нибудь в северные страны, и там будет идти снег, будет льды, и это совсем не будет связаться, скажем, с нашим жарким июлем или августом. И наоборот, в феврале-январе можно уехать куда-нибудь в теплые края, что многие еще делают, и
Thank you.
Thank you.
концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті OFR.FM.
Сейчас мы подошли к сентябрю. Сентябрь, вы знаете, получилось, наверное, одно из самых такой, ну, не хочу сказать, задорных, веселых, но она немножко, может быть, немножко выбивается из общего контекста всего цикла в нашей версии. Но опять же, если вы заметили, то каждая пьеса, она совершенно в другом стиле, они очень разностилевые. Поэтому хотелось экспериментировать, вот, мы не боимся экспериментировать. Вот, и сентябрь получился вот такой, так что сейчас вы услышите, короче. Thank you.
Пожарных Андрей Гончаров. Спасибо. Ну, так вот довольно незаметно, как на мой взгляд, подошли, собственно, к финалу. Декабрь, December. Спасибо еще раз вам всем большое за то, что сегодня с нами. Имеем возможность играть для вас. Thank you.
концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.